когда я учился в 11 классе, совмещал бытность MC в группе Face to Face и бытность бас-гитаристом, в которой заправлял Джоби как раз всем. Эту песню написал он изначально для Рычаги Машин, но потом подарил ее группе Face to Face. И, в общем, те, кому сейчас в районе 30, на школьных дискотеках. Эта песня называется «Кошка». Интересно.